Всем привет, с вами Кристан, продолжаем играть во флеш-игры во флеш-неделе, в новой флеш-неделе, конечно же. И сегодня будем играть в игру под названием Bite and Switch. Игра про вот этого червяка, который будет сражаться где-то в океане, отбиваться от монстров. И да, кстати, как видите, что у меня как-то здесь не чисто видно игру именно по центру, а именно потому, что игра не растягивается на весь экран, поэтому придется смотреть так. Но заодно увидите, что у Armor Games было обновление, и теперь можно вот так вот игры переключать. Я не знаю, вроде этого раньше не было, поэтому будем считать, что это обновление. Так, play. Я, конечно же, поиграл в нее маленько, сейчас будут обучающие уровни. А, стреляй по рыбкам, говорит он. Кстати, у нас такой брутальный червяк просто, что вообще. Да, игра, опять же, на улучшение тоже. Мы должны будем выживать от этих вот всяких рыбешек. И за счет этого мы получаем за них денежку. Вот эти какие-то монеточки, я не знаю, что это такое. Похоже на монетки вроде как. Какие-то такие странные. И за счет них мы потом покупаем разные, конечно же, улучшения, оружие новое. Да, здесь есть еще особые скиллы. Вот у нас заморозка, например. Она позволяет заморозить врагов в вот этом радиусе, который у нас здесь указан. За счет чего нам враги к нам не приближаются. Первый уровень выполнили. Получаем сотку. Теперь он говорит, прокачай, говорит, оружие, чувак. О, beautiful. Говорит, beautiful, beautiful. Что ж, и теперь у нас камикадзе рыбы. Которые довольно-таки неплохие по здоровью, кстати говоря. Я проходил всего до третьего уровня, поэтому эти уровни я уже все видел. Там уже более-менее заканчивается как-то обучение, становится более свободная игра такая. Поэтому это здорово. Так. Перезарядка, кстати, иногда подводит, бывает, про нее забываю. И такой момент можно было бы и не перезаряжаться, и перебить всех спокойно. Так. Так, все патроны потрачу по-быстрому. Here come to... Фиш идет сюда к нам. Интересно, успею я без заморозки? Блин, не получилось. Я хотел попробовать без заморозки. No damage? Да ладно. Мне что несли дамейдж. Так, прокачать теперь пистолет можем снова. Давайте замаксим урон и перезарядку. Патроны мне не особо кажутся важны. Не считаю, что их стоит покупать. Так, там кит плывет, если что. Он, кстати, когда я первый раз играл, он меня довольно-таки испугал. Особенно, когда сейчас вот здесь произойдет такой момент. Я думал, все, пипец, здесь босс. Когда он глаз открыл, да, вот он меня вообще испугал дико. Так, три пули еще. Ну, пока что все просто, конечно. Но игра очень красиво сделана. Ну, вот именно рисовка у нее. Все вот эти вот выстрелы прикольно сделаны. Музыка хорошая играет на фоне. Это означает, что это стоящая игра от Armor Games. Кстати говоря, за счет растягивания экрана у меня вот эта вот приписка Armor Games зависла там. Так, ать! Черт, получили урон. Не получим, видимо, дополнительных денег. Here come to... Не успеваю прочитать я все время это, что там написано. Ну, что-то типа нас рыбы нападают, вроде бы. Очень быстро реплика исчезает. Да ладно, он меня успел куснуть, что ли? Great! И получили, походу, ачивмент какой-то. Так, это что такое? Turtle. Buy some extra time by reducing... Нет, мне не нужен пока другой скилл, спасибо, но я откажусь. А, так, покупаем тогда еще релоуд и максимум, в общем, пистолет до максимума. Так, похилимся, чего уж там денежку потратим. Совсем немножко. Но игра стоящая, да, кстати, на фоне у нас, по-моему, там танк валяется. Ох, ничего себе у них здоровье-то. Игра с каждым уровнем все становится сложнее, и это клево, честно говоря. Люблю, когда игра дает тебе некий челлендж все-таки. Не делать ее слишком трудной, но и не становится она слишком казуальной такой. И где же еще что-то... Ай, блин, я Normal Games нажал, ё-моё. Так, извиняюсь за это дело. Да что такое-то, Дрить тебя налево-то. Поставился, конечно, Armor Games. Это все из-за того, что я масштабирую флешки, и из-за этого вот такая вот лабудень происходит. И некоторые флешки просто не умеют растягиваться на весь экран. Поэтому вот так вот приходится извращаться. А, так, ребенки плывут всех. Убиваем, кстати, сейчас уже последняя волна будет опять. Кстати, вот мне не нравится, что все-таки мне приходится в конце фриз использовать. Надеюсь, можно будет как-то без него умудряться на последней волне. Потому что как-то получается все по одному сценарию идет. Хотя, по сути, один тоже сценарий в этой игре в любом случае, но... О, нет, на этот раз... Вот, все. На-н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 а-
Ну, не получили дамейджа и 2 косаря монеток. Обалдеть просто. Так, УЗИ или автомат купим. А, так, чтобы у нас не было все обычным, то мы, конечно же, покупаем УЗИ, покупаем на него дамейдж повышенный. Так. Ой, червячок с УЗИ. Блин, нифига УЗИ дамажит так-то, слушайте. Еще патронов много. Блин, оружие суперское. Рекомендую брать УЗИ вместо пистолета сразу. Да ядри тебя налево, да чё тебя дерит, а ёптык-тык. Все, я больше не трону Armor Games, честно. Поставился, блин. Ой, блин, опять этот кит. Надеюсь, он боссом не будет в конце концов. Ну, киты вроде... Хотя, чё киты? Киты, наверное, все едят. Причем и черви едят, и танки на фоне там едят, походу. Там вроде танк на фоне нарисован. Хотя, не знаю, может не танк. Может написать в комментариях, что же это такое там нарисовано. Глядишь, меня удивите. Так. О, все, кир. Зачем я это использовал? Это было не лучшим, кстати, решением вообще. А, фриз рейди уже готов. Да, тогда ладно. Я думал, что пойдет такая мощная волна, как обычно под последний момент она бывает. Так, я пока пропалю просто так все патроны. Мне интересно, вот как вы думаете, нас скидывает здесь рыба... Тут вот не было истории никакой, как мы оказываемся здесь под водой и начинаем месить этих рыб. Мы какой-то агент, который уничтожает злобных рыб, или нас закидывает какой-то, не знаю, мужик сюда, чтобы... И он надеется, что эти рыбы клюнут на нас, но мы не даем это сделать им. Как вы считаете, что здесь происходит? Так. Конечно же, максим все вот это. 90 патронов, жалко, у нас нету. На релоуд не хватило, было бы супер. Так, на-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 на. 90 патронов, ух-ух-ух. Есть много патронов, значит, жизнь хороша у нас. Вообще, перезарядку нулевую бы сделать, я бы, наверное, только одно УЗИ у себя держал. Пока что никаких таких особо мощных монстров на нас не идет, одного УЗИ вполне хватает. Но я уж хочу помощнее монстра, честно говоря. Или врагов побольше, чтобы, ну, это действительно уже какая-то сложность была. А то с УЗИ как-то все так просто стало. Либо я слишком быстро прокачиваю его, что ли, я не знаю. Потому что, ну, они вообще пока никакой сложности меня не представляют. О, вот это вот я и хотел, примерно вот такого. Во! Вот это вот тема. Так вот и надо. Так, еще остался, что ли, кто-то? Мне нравится, что обычных ребешек с одного выстрела сносит. Так, оп. Ой, армия ниндзя поехала на нас. Та-т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 а. Все. Вормс. Вормс у нас прям тут реально. Так, интересно, что ж в конце-то нас ждет? До конца, наверное, доходить не будем, хотя черт его знает, как я, насколько я быстро смогу это пройти. Так. Unlock, unlock. Ну, давайте, если останется, то заанлочим. Так. А, так она еще и прокачивается, что ли? Вау, да я не знал. Ха, интересно. Пойшен. Ага. То есть, видимо, в будущем будут враги все-таки посерьезнее. Ой, второй... А, это второй круг для другой способности. Ну-ка. Вот это, кстати, жестко вообще. Мне понравилось, что столько врагов налетело сразу. Туртл рейди. Только очень длится очень мало, но, в принципе, хватает. Вот это круто, когда вот столько врагов прям прет и как... Всех сшибаешь, чертям. Опять Armor Games! Черт его дери! Можно прям, не знаю... Рыбий Кримсоленд у нас прям какой-то здесь происходит, если вы знаете такую игру. Я не ошибся в ее названии, но вроде правильно сказал. Давно в нее не играл просто. Все. Черепашка. 4000 денег. Я покупаю, конечно же, Assault Rifle. Ну, потому что оружие, мне кажется, гораздо приоритетнее новое.
Так, ой, рыбы-ниндзя. Так, стоп. Пираньи, пираньи. Блин, пока не заапгрейдим автомат, вообще не трогаем этот. Этот, как он там, блин. Кстати, что там в шатган написали мне? Я на секунду вроде видел, что там что-то шатган было написано. Мне показалось, может, не знаю. Вроде что-то было на тему шатгана. Так, пираньи клевые, что их, они много их, и хп мало, и 40 монеток дают. Такие еще в повязках, на глазах они не видят ничего там. Что ли? Так, замедляем. И дальше раскидываем. Хочу босса вообще, честно говоря, но, видимо, здесь либо нету, либо очень далеко. Было бы супер просто. Но здесь вроде нету стрелковых врагов. Я уж не знаю, как это будет происходить, потому что я не могу двигаться. И какой же здесь тогда будет босс, интересно, если он вообще будет. Так, снайпер рифл и СГ-1001. Новый автоматический шотган. Нифига себе, сколько он стоит, ё-моё. Так, так, давайте дамейдж увеличим тогда уж. Потихоньку будем увеличивать рифл, но пользоваться я не знаю, буду, не буду им. Он, конечно, гораздо точнее вроде УЗИ и стреляет побыстрее. С ним перезарядка вроде очень маленькая. Но вот с поднятым дамейджем, кстати, получше стало. О, да, кстати, вот, теперь можно с рифлом рифл использовать. У него теперь нормальная и скорость, и дамейдж. Теперь соответствует тому, чего я хотел. Все. Теперь будем рифлить мы. Рифлеными патронами всех хреначить. Так. Ну, флешка очень хорошая. Просто. Хоть она, конечно, опять же, на такую же тему, как и многие флешки, но. В своем роде она уникальная и интересная, поэтому рекомендую все-таки поиграть. Лично мне кажется, что весьма достойная флешка. Так. Еще. Довольно быстро закончили вообще, я даже не заметил. Грейт, меня успели задамажить, что ли? Я даже не заметил как-то. Так. Снова дамейдж, конечно же. Я сначала дамейдж поднимаю. Так, релоуд патроны я, наверное, последними буду брать. Мне больше на релоуд спид больше нравится. На. Просто это... Это не рифл, а черт знает что. Вообще такая мега штука. Так, осторожно, не нажимая на самого опасного врага на моем экране. Armor Games, конечно же. Так, тихо. Очень опасный враг. Перекидывает вас на другую страницу в тот... И в этот момент вас съедают враги. Так. На! А, перезарядка! Как же это не вовремя? Все, фуф, напугали, блин. Turtle ready. И заморозка готова. Очень быстро перезаряжают скиллы, поэтому пока что не очень-то трудно с этой темой. Ой, сколько вас повалило-то. На вам. Если еще не хватит, так я еще вам дам кое-чего. Бронированные рыбы вообще не бронированные. Так, грейт, опять успели задамажить, что ли? Почему грейт? Так. Дамейдж. Давайте повышаем дамейдж, конечно же, до этого. Так, дурейшн. Нет, я не буду, наверное, ничего делать. ХПшку себе поднимем до конца. И будем копить на нормальный, на полный апгрейд нашего автомата. О, вау, что-то новое. 240, офигеть! Это круто! Это сейчас вообще быстро набьем новую эту. Новое оружие, все апгрейды сразу купим. Вот это круто. Просто шикарно. На. Кстати, это какие-то прям, не знаю, черепа, что ли, одетые в кожу или что это такое. Я не могу понять, что это такое, к сожалению. Так. Снова волна. На. Сколько же денег все-таки можно поднять на вот этих новых рыбах? Это ж такие суммы. На. Походу, фризить их придется, потому что я вот этого, наверное, не убью сейчас. А нет, убил. Так, на. Все. Ох, третья волна, откуда? Блин, на Armor Games сейчас опять нажму и будет вообще печаль. Фриз готов. Если что, зафризим. Так, тут уже как-то побольше созаретачиваться надо начинать. На перестрелку. Убивать сначала тех, кого надо. Все-таки. До этого можно... О, 12 тысяч за один раунд. Офигеть.
Ух. Так. Все, рифл замаксили. 725 киллов сделали, кстати. И я не видел до этого счетчик. Даже и не верится, что столько так много. Ну, в следующих раундах уже сделаем себе, конечно же. Блин, да ё-моё, как этот кит меня пугает вечно. Если кто будет играть, в комментариях напишите, вас пугал этот кит или нет. Вот я вот думаю. Вот меня он все время, когда появляется, пугает. Особенно, когда глаз открывает. Видишь, в конце кита надо будет убивать. Так, финальный босс кит. Миллион жизней. Мочи его, не знаю, космопушкой подводного типа. Ох. Все же, что это за рыба такая? Ни рыба, ни мясо прям какое-то. Так, хотя бы не фризом не бью. Мне просто кажется, что фриз какой-то больно читерский, и я его что-то не хочу использовать, не знаю почему. Так, на Armor Games почти нажал. Дамейдж, слава богу, не нанесли, я не хочу терять в конце no damage бонус этот. Хотя вроде бонус он не дает, я не знаю, просто уровень проходим довольно круто. Так, заморозку не апаем. Ну, это все, идем дальше, пока ничего не меняем. Давайте нового врага. Каждые 5 уровней, что ли, он будет теперь? Ух, волна из этих. Давайте, давайте, я хоть денежку нафармлю. Ух, офигеть, как вас много. Ладно, хоть у рифла очень быстрая перезарядка. Ё-боё. Да, в такие моменты нужен Poison просто. Так, заморозка все-таки придется использовать. Как бы мне не хотелось ее использовать, но придется использовать. Ядрить-то колотить, да как же у вас много-то? А-а-а-а, давай! Ну-н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 у! Не хочу умирать, это ж первая волна еще. Тихо! А, черт! 30% счета за продолжение. Ну, в принципе, мне на счет вообще фиолетово, так что... Так, ладно. Коль уж пошла такая тема, придется использовать бонусы. Так. Все, теперь мы будем использовать яд для устранения этих врагов. Потому что, ну, их слишком много уж. Я, может, конечно, неправильно атаковать начал как-то, распределять урон, но не знаю. Возможно, сейчас даже без этого, кстати, справимся. Но вот эти маленькие рыбешки начали появляться, они меня довольно-таки неплохо отвлекают. Ну-ка, насколько Poison нормальная штука? Ой, да довольно неплохая, кстати, вообще. Не, мне просто очень... Эти все скиллы очень крутые, их стоило бы даже максить вместо оружия, потому что они гораздо сильнее, чем оружие, как я понял. Ими можно вообще всю игру проходить, замаксив. Поэтому я предпочитаю не пользоваться. Ну, если прям в самый крайняк приходится, то почему бы не воспользоваться, правильно ведь? Так, Armor Games. Кстати, придумал, как не нажимать на него. Просто кнопку зажимаем, а не нажимаем, как я раньше нажимал, а то и... И выходило немножко не очень. Так, рыбешки, не подплывайте ко мне. Я вам не еда. Я вам не червяк, я вам мощный червяк, так. Я слишком крут для вашего желудка. Блин, 45 здоровья. Мне это не нравится. Пережить бы последнюю волну. Фух. А, это была последняя. Фух, это была мощная волна. Так. Да ладно, чуть-чуть не хватает. Да что ж вы такие-то подлые? Так, сейчас я... Надо эти бонусы тоже, видимо, разблокировать. Регенерация. Регенерация не буду. Вот это сделаем. Не дойду я до снайперки, видимо, сегодня. Так, скорость или... Скорость. Сколько у нас? 300 здоровья теперь. Ну, чуть дольше будем жить. Все-таки. Приятнее. Давайте снова такую же волну с большим количеством. Вот именно из больших рыб, чтоб только были, и все. Я себе нафармлю на снайперку и посмотрим, кто там кого дернет потом. Но все-таки хотя бы я покупаю все апгрейды, и это означает, что про них
не забываешь, и это действительно элемент игры. Это хорошо. Так, в зону яда вошли. На вам. На вам. Все. А, вторая волна, блин. Да сколько... А, внизу же этот... поплавок этот нарисован. Сколько же у нас там остается всего? Ну тогда ладно, я что-то про него как-то забыл совсем. Так, на... Ой, не то нажал. Блин, яд-то не убивает некоторых до конца, получается. У меня не получилось некоторых убить все-таки. Я думал, гораздо посильнее будет бить. Тем более, что я его проапгрейдил. О, ХП регениться начало. Три сразу бонуса. Все. О, это что такое? Уже близко к концу мы, кстати говоря. Черт, не хватает все еще. Терпим. Терпим. Скоро уже новый враг появится, скорее всего. Если не сейчас. Хотя врагов обычно они сразу подают новых. Они тянут. Все-таки, кстати, я прав, походу, был, что это танк на фоне был. Что вон тут четко видно, что это танк. И все больше становится интересно, как же мы сюда попадаем. Тут танки на фоне, боевые рыбы, все такое. Кто нас сюда закидывает, или сами мы себя каким-то образом используем? Какая же интересная история в нашей жизни происходит. В жизни червяка. Ох, просто месиво, вот это мне нравится. Так вот, всех сшибаем и все. Хочу скорее уже снайпер рифл или самую последнюю. Шотган этот, он, наверное, вообще там бешеный. Не выстрелом всех. Давай, подплывайте. У меня еще куча патронов. На всех хватит, не переживайте. Вау, ничего себе, как много! Ай-яй-яй, не переживу же, если фриза не будет. Ох, фриз, как ты крут все-таки. Фуф. 27 тысяч. Сколько там шотган стоит? 36. А, копим? Я беру шотган первым. Вау, это кто такие? Они, у них невидимка, что ли, или что? Я не всегда в них попадаю, походу. Или мне на них надо прицел навести, что ли, или что? Как это работает? Или надо, или они в определенном радиусе становятся только мне видимыми? Или все-таки шанс какой-то? Не понимаю. Пока мне это непонятно. Видимо, они просто периодично моргают и все. И в этот момент они становятся уязвимыми как раз для моих выстрелов. Блин, очень гадкий враг, честно говоря. Практически на нет сводит все задумки. Ой, и капец мне все-таки пришел. Судя по всему. Я не знаю, я вряд ли вытяну, да, не вытяну. Так, счетом жертвуем. Ах. Ну, наверное, придется взять снайперку все-таки. Так. Попробуем. Ой, блин, я испугался, Саша, ты. О, снайперка против них контрит. Так это тогда вообще нормально. Именно тогда в прошлый раз я в них вообще попасть не мог, а так берешь спокойно и попадаешь. Ууу, все. Я боюсь представить, если каждое оружие настолько крутое всегда, только насколько же крут шотган. Кстати, да, будем сейчас, наверное, уже заканчивать после этого раунда. Пора, думаю, заканчивать нам. Концовку, я думаю, вы сами узнаете, что же там будет интересного такого. И будете... Хотя бы сами поиграете, просто если сейчас весь летсплей посмотрите, то, наверное, играть уже не будете, типа такой, ну я уж посмотрел, смысл мне играть. Вот сами узнаете, чтобы у вас все-таки свое мнение сложилось, а не по ролику об этой игре. Но мне вообще эта игра очень нравится. Я даже сам увлекся, я по идее хотел закончить на минуте 20-й, но в итоге уже тут до 25-й дошел минуты.
из того, что просто увлекся в нее играть. А это не... А не это ли говорит о том, что игра хорошая? Я не понимаю, что он не стреляет-то? Я такой, типа, нажимаю, и он не стреляет. Патронов-то хватает ведь. Я чуть тупо не умер из-за того, что он не стрелял. Жесть. Ха. Ну что ж, на этом будем заканчивать. Надеюсь, вам понравилась эта флешка. Надеюсь, вам понравилось то, что я наконец-таки снова возобновил флеш-неделю. Я надеюсь, вы поддержите лайками все-таки флеш-неделю. Они очень важные. Я понимаю, что вам все-таки хочется смотреть флеш-неделю дальше за счет этих лайков. И вам вообще нравится этот ролик. Эти ролики. Ну и не забывайте подписываться на канал, если хотите больше подобных роликов. Вступайте в группу ВКонтакте и можете заходить в группу Raid Call. Я там сижу. Обычно вечером сижу. Но сижу, кстати, да. Можете со мной там поболтать, поиграть, позвать куда-нибудь. Я там иногда сам зову поиграть, иногда меня зовут поиграть. В общем, всем там я играю, общаюсь и все такое. Да. Всем удачи, всем пока.